А сейчас новости спорта. В спортивном комплексе «Олимпиец» юные легкоатлеты состязались, показывая свои лучшие результаты на краевых соревнованиях памяти нашего земляка Юрия Александровича Давыдова. Королевой спорта не зря называют легкую атлетику. По своему многообразию и красоте легкоатлетические соревнования имеют мало конкурентов. В этом мы еще раз убедились, побывав на престижных состязаниях в спорткомплексе «Олимпиец». В соревнованиях приняли участие юные легкоатлеты из Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Обинского, Усть-Лабинского, Ленинградского, Павловского и Славянского районов. На торжественном открытии турнира прозвучало много добрых слов в адрес человека, памяти которого он посвящен. И это совсем не случайно. Что касается Юрия Александровича Давыдова, ну это человек-легенда, это человек-спорт, это человек... Много можно перечислять его заслуг, не говоря уже об учениках, конечно же. У нас практически большая часть тренеров, его ученики. Его ученики либо по виду спорта, либо по жизни, либо по тренерской работе, потому что это был такой авторитет. Участники соревнований получили прекрасную возможность проверить свои силы, побороться за лидерство. Эти соревнования, да, действительно, они проходят для молодого поколения, потому что спортсмен, который не участвует в соревнованиях, ему нужно, понимаете, с кем-то соперничать. Должна быть здоровая борьба, здоровый дух, потому что если просто он, даже вот спортсмен именитый, когда он один остается, те же прыжки с шестом, но уже нет таких результатов, потому что у спортсмена всегда есть стержень. Славянские легкоатлеты старались проявить свои способности, выложиться на все 100%. Легкая атлетика мне нравится, потому что хотел мой друг, потом позвал меня на легкую атлетику. И так я начал ходить на легкую атлетику уже год. Мне нравится все, метание ядра очень хорошо получается. И еще у меня очень хорошо получается... Бег на 50 метров, 60 метров. В легкоатлетическом манеже «Олимпиец» развернулась настоящая борьба за высокие результаты. По итогам соревнований победили сильнейшие. Наши спортсмены выступили отлично, заняв весь пьедестал почета в категориях юниоры 2004-2005 годов рождения и юниорки этого же возраста. Славянцы взяли золото в категориях юноши 2008-2009 и мальчики 2010-2011 годов рождения. И кроме того, завоевали еще 6 серебряных и бронзовых наград в различных возрастных категориях. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».